Друзья, ну что, заходим внутрь. Сами мы здесь первый раз, поэтому вместе с вами будем изучать музей. Так, ну в первую очередь, конечно, пойдем к кассе. Так, что у нас? Взрослые 500 рублей. Сейчас мы это дело запечатлим. И давайте купим билетик, пока нет технического перерыва. Так, в кассе никого нет. Здравствуйте. Нам бы два билетика взрослых для музея. Два билета просто, да? Да, да. 2000 рублей. Все, спасибо. Так, ну что, билеты купили. Все у нас они здесь. И идем мы в гардероб. Гардероб сказали прямо по коридору. И вниз. Здравствуйте. Так. Вам... Сейчас. Ага. Хорошо. Так. О, гардеробчики, да? Для каждого свой ящик. Мне 0,5 регион, тебе 0,6. Так, ну давай по очереди, что ли. Так, вы положили, теперь мы. И посмотрите здесь, сколько ящиков, каждому свой ключик. Да, но судя по вешалкам, экскурсии уже детские начались. И мы видели автобус, как раз мы где парковались. Здесь есть туалетная комната. И давайте прогуляемся сюда, быстренько посмотрим, пока нет никого. Все тут красиво, чисто. Видно, что все обложено новой плиткой. Шикарно. Ну и, конечно, это не общий туалет. Тут для женщин и мужчин сделано отдельно. И даже сделана комната, туалетная комната для инвалидов. Ну что, побывав в туалетной комнате, мы, естественно, облегчились. И теперь ту погоду, которая сейчас на улице, ничего уже не помешает к съемкам. Что билет у нас в руках. Здравствуйте еще раз. Все, спасибо. Стрелочка. Так, начало осмотра. На втором этаже. Тут все по стрелочкам. Так что мы даже без сопровождающего не заблудимся. Вот как раз про третий этаж, что она там детская, активно познавательная площадка. То есть там рассказывают о профессии, которая здесь на автозаводе сейчас находится. А мы идем с вами посмотреть историю. Так, а дальше куда? В лифт? Лифт? Нет. Ну, до второго этажа, я не знаю, доберемся, наверное. Да, мы хоть здесь ни разу и не были, но видно, что действительно все новенькое. Второй этаж. Так, надо ознакомиться. Сотрудничество с Ford Motors компанией. Строительство и пуск автозавода, первая продукция, Великая Отечественная война, легенды послевоенной эпохи, творцы автомобилей, легковые внедорожники, ГАЗ-21 «Волга» – символ демократических перемен 1960-х и герои своего времени, город автозаводцев, новый социальный вектор. Схема расположений, как раз вот что мы сейчас читали, где что находится. Сейчас мы по этим схемам и пойдем.
друзья, зашли мы в музей, и первое, что нам бросилось в глаза, это у нас интерактивный экран. То есть здесь можно посмотреть полностью историю, надо только желательно коснуться. И дальше уже как в книжке перелистывать всю историю. Первый русский автомобиль Яковлева был построен в Санкт-Петербурге. Наш, кстати, кто узнает, это ярмарочный дом рядом с площадью Ленина. Фотография сделана в 1896 году. Я так понимаю, это цирк. Колесо обозрения, точнее, ну да, сейчас оно называется обозрение. Даже трамвайчик. Едем дальше. Машинный павильон. В машинном павильоне, вот так интересно. Так, переходим дальше. Первые шаги промышленной сборки автомобилей. Но, друзья, если здесь мы сейчас будем все так подробно просматривать, мы не увидим живых автомобилей, а они находятся у нас как раз за спиной. Сейчас мы пойдем дальше, обязательно это с вами посмотрим. Страна на пути к соглашению с Форд. 1924-25 года. Вы очень быстро перелистываете. Я даже не успеваю. Я сама не успеваю. Прокомментировать. Вот они у нас внизу идут года. Когда мы перелистываем, мы так приближаемся к 1930 году. Году. Вот. Президиум выбирает место под строительство завода. В Канавино. Первый завод Нижний Новгород, 1929 год. Да, вот школьники уже бегут с экскурсии. Автогигант 2 мая 30-го. Закончить в срок выпуск «Союза кинохроники». В общем, за 18 месяцев был построен завод. Вот старинный. Вот тут даже кинохроника, смотрите. Кадры строительства. Да, звука, к сожалению, нет. Но в то время-то и звука-то не было. Да, там только снималось на кинопленку. Хотя, может быть, звуковая дорожка просто не сохранилась. А, ну вот старинные как. Ну да, да. По работе камеры слышно, да. Закладывали первый камень будущего гиганта.
Ну вот и посмотрели историю завода, а теперь пойдемте посмотрим экспонаты, которые здесь выставлены. Все-таки как приятно, что в музее посмотреть можно не только фотографии, но и кинохронику, что нам и позволяет вот здесь сделать экраны, интерактивные экраны, подсвечены у нас мастерок, молоток, рубанок, кусачки, вот это вот, не знаю, как называется, это тоже рубанок, только строгать, я так понимаю, сидя на дереве, на бревне. И теперь, немножко разобравшись, можно показать вам, как это работает. Допустим, нам нужно выйти на главную страницу. Нажимаем мастерок. Оп, и у нас вышли мы на главной странице. Теперь у нас подсвечивается только рубанок и другой рубанок для двух рук. Это для одной руки, это для двух. Так, выбор. Нажимаем на двухручный рубанок. И он что-то у нас сработал. Так, место строительства, прием на работу. Дальше, чтобы перелистнуть, нажимаем уже рубанок для одной руки. Смотрите, мы вот такие фотки видим в первый раз. Деревня-монастырка. Перелистываем дальше также ударом по рубанку. Нежным прикосновением деревня-монастырка зимой. Конец 1920-х годов, уже брусчаткой хотел выложить это сказать, а тут на самом деле кирпичом, камнем. Место строительства автозавода. Посмотрите, вот мы были как раз на парке Швейцария, а на другую сторону, тут еще моста-то, как видите, нет. И автозавода как самого нет, просто одно место. Смотрите, какое историческое. Вот это да. Перелистываем дальше. Место строительства автозавода. Пришли первые на строительную площадку будущего автозавода, пришли первые геодезисты. Мне сейчас Елена поможет нажимать, а то мне надо до рубанка дотрагиваться. Сейчас мы дойдем до кинохроники. Здесь даже есть видео. Вот, смотрите. Акарь. Так, немножко нужно перемотать. Анкета для приема на работу для рабочих, едущих на автозавод. И все это так прикольно сделано. С таким спецэффектом, нажатием на кнопочку, и в то же время на наших глазах показывается история завода. Так, ну что, здесь полюбовались, теперь выходим на главную. Посмотрев немного историю на одном интерактивном экране, мы переходим к другому. И здесь, казалось бы, тачка, обычная тачка,
Но здесь не все так просто. Здесь сделано тоже очень красиво. Чтобы посмотреть историю строительства завода, необходимо воспользоваться вот этими ручками на тачке. Правая ручка позволяет листать меню вниз, а левая — левая ручка вверх. И если взяться за обе сразу, то открывается главное меню. 1929. В августе 1929 года закипела гигантская стройка. Началась подготовка щанки. января 1930 года. Ура, 32-й год. Ура, 32-й. Просит он. 29-й-то уже. 29-й, Миш. 29-й, нужно 32-й выше. Вот 29-й, видишь? Ну и от интерактивного экрана, посмотрев немного историю, мы передвигаемся дальше по залу. И следующая у нас экспозиция — это знаменитая полуторка ГАЗ АА. Самая массовая модель начала 1930-х годов. Прототипом автомобиля стал Ford АА образца 1927 года. И, конечно, жизненно важным стали полуторки во время блокады Ленинграда. Ладожский лед, по которому проходила дорога жизни, выдерживал легкие автомобили, легкие грузовики ГАЗ АА. Здесь даже, смотрите, с помощью кинопроекторов на полу можно смотреть своего рода маленький фильм. Выпущен автомобиль 1828 тысяч. Эх, не успел. ГАЗ АА. Первые грузовые автомобили марки ГАЗ. Тут куда ни шагни, кругом одни экспозиции. Вообще, конечно, классно. Прийти почитать и посмотреть. Тут даже вот бочка 200-литровая сделана. Смотрите, и то в ней встроен экран, где тоже можно посмотреть историю. Ух ты! Как перелистывать? А, тут на каждую картинку можно также нажимать и просматривать. И самое, что хорошо, здесь нет музыки. Здесь можно просто ходить и комментировать, и спокойно разглядывать автомобили. Смотрите, как еще рессоры были устроены. Это сейчас середина рессоры садится на мост, а раньше, видите, какая была конструкция. Ну и, конечно, хотелось бы заглянуть вовнутрь, но дверку мы здесь не откроем, нас просто, наверное, заругают, потому что она тут и не приспособлена для открывания. Через стекло, да? Через стекло я только вижу руль и какие-то приборы там в середине. Мы пойдем дальше, там, наверное, где-то будет все равно. Еще такие запоры интересно сделаны, кузов. Там, наверное, дальше будет все равно где-нибудь показано поближе. И внутри машины можем посмотреть, наверное, кабину. Но это мое предположение. Ничего себе. Мотор и вот такая катушка зажигания. Прикиньте, как это все было сделано раньше. Двигатель ГАЗ АА. Вот как раз к полуторке.
Так, впереди у нас ГАЗ-А, первый легковой автомобиль марки ГАЗ. Тут также на стене идет видеохроника. Смотрите, красавец какой. А я так понимаю, что это труба-сигнал у нас здесь впереди. Да. Как в зеркало смотришься. И вот такой здесь большой зал. Ух ты. Пришла экскурсия школьников. Они нас догнали немножко. Ну что, мы сейчас быстренько посмотрим и уйдем вперед. Это у нас ГАЗ М1. Его, кстати, с улицы хорошо видно. Я фотографировал. Вот здесь можно, наверное, посмотреть, как внутри. Я не знаю, как это будет тяжесть. Я пока тоже не знаю, Саш. Идем дальше, пока нас не догнали школьники.